Утром я встала, вытерла пыль и убрала вот из этой, перебрала вот здесь вот в этой тележке, там одеяло лежит, убрала, не нужно, планшет мой лежит, потому что я им не пользуюсь, сейчас покажу. Я иду на карачках. Вот, лень вставать. Тут коптер надо куда-то положить, я просто посмотрю, куда ее там, какой-то этот надо... полочку, вот, короче, этот ящик вот надо положить. Это планшет, у меня надо, зарядник сломался. Мы его пока купим, вот он пока придет. Вот, и пока не работает он у меня. Он нормально, он работает, но планшет, этот зарядник нужно. Эту духи из новых тоже не знаю, куда положить. Пока видео не сняла, вот, и убрала там одеяло. Вот под этот подставочка моя. Вот я беру, пока тут будет лежать. Вот. И вот так я положила. Это на такие носки у меня теплые, если захочу одеть, то вот они у меня тут лежат, сложенные. И вот ее можно двигать. Вот. Как угодно. И все, я ее перебрала. Там одеяло и все. Тут у меня ноутбук всегда лежит. Вот, у меня много техники получается. И телефон, и ноутбук. Сейчас вот теперь еще планшет. Еще у мамы планшет, потому что, ну, у нее iPad. Вот. Всем привет. Сейчас мама попылесосила. У нас так уже день идет к вечеру. Еще не ужинала. Скоро буду. И хочу сейчас немножко пыль вот на подоконнике вытерла. А мне надо давно здесь перебрать. Вот, и вот там, и тут, и там, короче, переберу. Вот, и надо запах налить масло. Вот. Сейчас попрошу маму, чтобы она сделала. Влить в этот. Или я не знаю, посмотрю. И хочу еще перебрать сумку, положить что-то нужно здесь. Ну, на Алиэкспресс я покупала. В принципе, наверное, ее уже можно менять. Забновить бы, или она такая вот.
здесь убрала подставку вот этой вот бумажечки. И вот здесь я убрала. Вот тут и вот здесь. Потому что давно просилась. Как раз нам год. У меня здесь лежат сумки. Кто знает, кто смотрел видео, то здесь у меня сумки лежат, целый ящик. Плюшевый есть заяц с китайского сайта. И вот, в общем, это много с китайского сайта. Ну, то, что много, вот это вот мы заказали с китайского сайта прям заяц. И вот это. А вот две... Вот это и вот это, тут уже здесь мы купили. Ну, что-то еще где висит, лежит, я уже не помню. В общем, вот вроде у меня все, если память не... А, еще мохнатая, тоже с китайского сайта. Кстати, где она? Ну, вот, вот она. Вот она лежит, как шапка-ушанка. Мохнатая сумочка. Этим сумкам уже года три. Может, даже четыре. Давно мы их купили. Если кому интересно, пишите, я покажу сумки свои еще раз. Это надо сломалось, надо батарейку заменить, села. Поверхность
воске. Поэтому как только зажгла, должно быть уже пахнет. И он без огня пах. Пахнет же тоже. Да. Это он, наверное, еще не раз. Хотя он же тает, в принципе. Уже сейчас пахнет. Пахнет, но... сейчас свет. Оставь его, услышать. Ну, чего? Чего?